то, что я увидела, это станет при всем нашем таком разнообразии спортивных сооружений, это станет нашим настоящим богатством. Потому что этот центр, он специальный, он для людей с ограниченными возможностями здоровья. И созданы все условия. Это просто чудо, что ребята успели все завести, все поставить, все подготовить, отремонтировать, потому что сегодня цена всего этого уже совершенно другая. Но то, что здесь ожидает тех, кто будет здесь заниматься, это на самом деле высочайший уровень и очень хорошие возможности для того, чтобы поддержать здоровье, чтобы иметь возможности активного образа жизни. Тут все создано для того, чтобы сохранять, поддержать здоровье. И, конечно, мне кажется, из этого спортивного зала люди будут уходить с другим настроением.